Распиливать дверь полностью не пришлось. Появился хозяин квартиры. Мужчина в последний раз оплачивал счет-фактуру 10 лет назад. У него 700 тысяч рублей долга. После неоднократных предупреждений были приняты меры. О том, что нужно плотнее работать с управляющими компаниями, как раз говорили на итоговой коллегии судебных приставов. Задачи поставил первый вице-премьер республики. В 2017 году вами окончено более половины дел данной категории. Основная работа, естественно, по спору лежит на управляющих компаниях. Однако и вам следует максимально использовать такие механизмы, как арест имущества, ограничение выезда за пределы Российской Федерации и использование офисов мобильных приставов. Еще одна задача по фискальным платежам – недовзыскали в этом году 147 миллионов рублей. Это всего 4%, но все же план годовой не выполнен. А вот количество тех, кого не выпустили за границу из-за долгов, растет. Их уже 99 тысяч. Общая сумма взыскания – более 3 миллиардов рублей. Не менее важную роль отводится таким мерам принудительного характера, как арест имущества должников. Их влияние на конечный результат фактического исполнения на сегодняшний день также отслеживается управлением. Больной вопрос – долги по алиментам. Взыскали 53 миллиона. Это только 40% из положенных, и при этом гораздо больше, чем в прошлом году. В 2016 году у приставов есть право заводить административное и даже уголовное дело на должника. Поэтому работа пошла в процессе. Алиментщиков меньше не становится, но у нас работает такая система привлечения к административной ответственности, после чего должники начинают устраиваться официально, трудоустраиваться. И в связи с чем судебному приставу-исполнителю легче исполнить требования исполнительного документа направлением на заработную плату. Всего же общая сумма, взысканная за прошлый год, более 12,5 миллиардов рублей. Возбуждено более 1000 уголовных дел. И не всегда работы приставов довольно население. Стало больше жалоб в прокуратуру. Сегодня обозначили и приоритетные задачи на этот год. Они традиционные – увеличить взыскаемые суммы и уменьшить долг перед бюджетом. Альбина Слагараева, Ренат Сафин, ТНВ «Казань».